Сотрудники полиции пресекли незаконную торговлю алкоголем в небольшом магазине на улице Володарского в Ликино-Дулеве. Во время рейда было изъято 180 бутылок спирта, содержащей продукции. Этот магазин шаговой доступности. Есть товары первой необходимости, консервы, крупы, молочные продукты. Но сюда в основном приходят не за этим. Самый ходовой товар – алкоголь. На витрине только пиво, но если попросить, найдутся и напитки погорячее. Что вы продали сейчас молодому человеку? Финскую. Водку. Продавщица во всем признается, не скрывает и то, что алкоголь продавала без лицензии. А вы знали, что у вас нет лицензии? Вы все равно продали, да? Я, в принципе, я не продавец. Сотрудники полиции изъяли весь контрафактный алкоголь, он был отправлен на экспертизу. В ходе проверки в данном магазине изъято более 180 единиц алкогольной продукции различного наименования. В отношении руководства магазина составлен административный протокол по статье 14.17, части 3 Кодекса об административных правонарушениях. Данная статья влечет наложение административной ответственности в виде штрафа размером до 300 тысяч рублей. Штраф придется заплатить, а вот получить лицензию на продажу алкоголя магазину с уже подмоченной репутацией будет сложно.